Ребята, всем привет! Хочу поделиться историей по Аптосу, по ноткоину. А именно, что ноткоин повторит успех по Аптосу. Вот смотрите, эта монетка, как она развивалась. И вот наш ноткоин. Графики, мне кажется, очень похожи. И смысл одинаковый. И там пампил маркетмейкер. Вот, давайте посмотрим, как все происходило. Вот на Аптосе мы видим такие вот зеленые свечи, да. И, скорее всего, это было дело рук маркетмейкера, да. Вот, скорее всего, запампили цену почти до $20 Аптос. И потом шло распределение. Все думали, монетка будет дороже стоить, до 40, но она постепенно вот падала. Пока не достигла определенного дна, где-то $3-4. Вот, и считайте, да? Вот такое вот дно на Аптосе. И сейчас вот мы видим, история повторяется с ноткоином. Так же самое, запампили монетку. Правда, здесь свои цифры, да? Ну, почти до 3 центов запампили. И пошло распределение, и все мы выкупаем в надежде, что вот-вот оно подрастет. И опять щупаем дно. Скорее всего, мы уже его нащупали. Что же происходило потом далее с Аптосом? Смотрите, после того, как пощупали дно, пошел опять рост, но уже не до $20, примерно до 18, ну, примерно до той же отметки, до которой он был распампен, да? Вот, мы видим распределение монеты, дно, вот, дно примерно $3-4, да? И потом вот такой вот плавный рост и опять падение. Вот это меня наталкивает на мысль о том, что то же самое может произойти с ноткоином, потому что, в принципе, принцип один и тот же у маркетмейкеров, да, распампить, потом распределять. Вот и как примерно должна выглядеть картинка на ноткоине. Итак, смотрите. Значит, вот наш памп от маркетмейкера, далее распределение, которое идет и сейчас вот уже, скорее всего, подходит к концу. Здесь вот такое вот дно, ну и далее, скорее всего, будет рост. И, возможно, рост будет всего лишь до максимальной величины, которая, ну, примерно до 3 центов, да. Когда это будет ориентировочно, ну, точно это никто не знает, но то, что вот такой вот вариант события может произойти и с ноткоином, есть определенный смысл в этом. Возможно, вот так вот и будет. Посмотрим. В любом случае, очень похоже все и Аптос, и ноткоин. Так что, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Также присоединяйтесь в наш телеграм-канал, ссылочка в описании этого видео. На этом у меня на сегодня все. Всем удачи, профита, всем пока!